Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Слава Богу за все! Аминь! Святой Иоанн Златоуст. Том 1. В двух книгах. Книга 1. С изображением святого Иоанна Златоуста и его жизнеописанием. Издание 2. Санкт-Петербург. Издание Санкт-Петербургской духовной академии, 1898 год. От Совета Санкт-Петербургской духовной академии печать дозволяется. Санкт-Петербург, 26 июня 1898 года. Ректор Академии епископ Иоанн. Типография А.П. Лопухина, Тележный переулок, номер 35. Предисловие. Нет надобности много распространять о значении творений святых отцов Церкви для духовного просвещения. Святоотеческие творения – именно суть тот неисчерпаемый источник, из которого вытекает все православное богословие. Это рудник, в котором заключается вся сумма богословского знания в его непосредственной чистоте и целости. Вся последующая работа богословской мысли состоит лишь в том, чтобы разрабатывать этот богатейший рудник и добытыми в нем сокровищами возвышать и украшать духовную жизнь новейших поколений. Величайшие представители святоотеческой литературы были поистине гении, которые, отличаясь необычайно высокими дарованиями, обширным и глубоким образованием, обнимавшим как науки духовные, так и светские, и пламенной отзывчивостью сердца, притом жили и действовали в такие времена и при таких обстоятельствах, когда требовалось необычайное напряжение мысли и чувства, которые нашли себе выражение в творениях, отличающихся изумительным богатством и разнообразием содержания. И особенно в этом отношении замечательное творение святого Иоанна Златоуста, которое составляет целую библиотеку богословской литературы и ее золотого века. Недаром его именно произведения составляли любимейшее чтение наших предков, с любовью и тщанием переписывавших эти творения, собиравших их в златоструи и из смарагды, и почерпавших из них невыразимую книжную сладость. Это действительно всеобъемлющий духовный гений, и в его многотомных трудах может найти себе удовлетворение всякий ум, ищущий духовной истины и глубокого назидания. Творение святых отцов уже рано, можно сказать, с самого принятия христианства на Руси, сделались главным предметом чтения и письменности у наших предков. Но из всех святоотеческих творений действительно ни одни не были так любимы и так распространены в нашей древней письменности, как именно творение святого Иоанна Златоуста. В его духе русский народ опознал нечто сродное своему собственному духу. В его творениях наших книжных почитателей пленяло то, что в них, и особенно его поучениях, богатство мысли соединяется с необыкновенным красноречием, которое состоит преимущественно в ясности, естественности и простоте, или особенно в психологическом приспособлении содержания и тона бесед или поучений к духовному состоянию слушателей. Не менее приняло читателей внутреннее содержание его наставлений. Иоанн Златоуст преимущественно проповедник любви к ближним, и эта проникающая все его слова и действия любовь влияла на здоровое, не испорченное искусственным образованием сердце с неотразимой силою. И тот дух щедрой милостыни, которой особенно отличались наши благочестивые предки, и в которой самым естественным образом выражалась их христианская любовь к меньшей, обездоленной, нищей братии, ясно обнаруживает сродство с подобным же духом Златоуста. Начало славянских переводов из творения Иоанна Златоуста относится к самой древней поре славянской письменности.
сборники творений святого Иоанна Златоуста, который, наконец, приобретает столь широкую популярность, что его имя сделалось, так сказать, синонимом всякой книжной сладости. И под его именем нередко издавались даже собрания творений иных отцов, отчасти и самих русских духовных писателей, среди которых не замедлил явиться и свой самородный русский Златоуст, каковой высокопочтенный титул прилагался, как известно, Кириллу, епископу Туровскому, в конце XII века умер. Но хотя творения святого Иоанна Златоуста были издавна любимым чтением наших предков, однако они никогда еще не появлялись у нас в более или менее систематическом или полном собрании. Обыкновенно переводились, издавались и переиздавались отдельные творения или даже отдельные места из них. Более полное сравнительное собрание творений святого отца, именно бесед на послание Павла, святого апостола, как любимейшего предмета толкования великого святителя, на церковно-славянском языке было сделано в 17 столетии при Киевской лавре, каковое издание воспроизведено в типографии святого Синода в 1894 году. Что касается судьбы творения великого отца, собственно, на русском языке, то в этом отношении нельзя не видеть три ясно обозначающиеся стадии. Уже с самого основания при Санкт-Петербургской духовной академии, старейшего духовного журнала христианского чтения, в 1821 году, творения святого Иоанна Златоуста были главным источником для содержания книжек этого журнала, самым своим названием предполагавшего преимущественно предметы назидательные, которые заимствовались по частям из творений этого великого отца, причем переводились лишь отдельные, особенно назидательные места из них, и только особенно выдающиеся и важные творения, вроде слов о священстве, явились в целом виде. Было несколько переводов сделано. Таким образом, наконец, последнее, полное издание творения святого Иоанна Златоуста сделано аббатом Минием, известным издателем знаменитой патрологии латинских и греческих отцов церкви. Жак Поль Минь родился на заре нашего века в 1800 году и прославился своей знаменитой книгопечатней, основанной в Птит-Мон-Руже близ Парижа, которая сделала колыбелью многочисленных богословских и, главным образом, патристических творений. Его знаменитая патрология, начавшая выходить в свет с 1844 года, составила две огромные серии, 379 томов, чрезвычайно убористой печати, причем латинская серия заключала 217 томов и греческая 162. В последние, вышедшие в двойном греческом латинском тексте, вошли и творения святого Иоанна Златоуста. Таким образом, издание Мини, положенное в основу предлагаемого в русском переводе полного собрания творений святого Иоанна Златоуста, есть, так сказать, результат всех предшествующих ученых работ. И как поэтому, так и вследствие своей удобной формы, причем греческие и латинские тексты следуют страница за страницей. Это издание самое распространенное и общеизвестное. И нет такого более или менее образованного богословски человека, который бы так или иначе не соприкасался с этим изданием и не был бы знаком с его формой и содержанием. Делаемые в русском издании указания на странице, или вернее столбцы издания Мини, представляют немалое удобство для русских читателей, которые захотели бы проверить известные места по подлиннику. Как к этому особенно часто приходится прибегать молодым студентам-богословам при составлении своих курсовых диссертаций. Что касается русского перевода, то в этом отношении приложены все старания к тому, чтобы сделать его, возможно, более точным при передаче подлинника. Конечно, чтобы достигнуть совершенства, для этого даже и переводчикам, и справщикам нужно бы обладать тем изумительным богатством, чудесной силой и легкостью языка в выражении мыслей и чувств, какими обладал сам великий святитель, автор этих творений. Но это требование неосуществимо, даже по различию самого духа греческого и русского языков. Поэтому редакции принята более скромная задача, возможно, точнее воспроизводить мысли и даже обороты подлинника, так чтобы при чтении этих творений невольно чувствовался лежащий в основе их греческий подлинник.
тех случаях, когда дух русского языка требовал бы выражений, заставлявших отступать от подлинника. Редакция, следуя мудрым правилам преснопамятного святителя московского Филарета, всегда предпочитала давать первенствующее право подлиннику, хотя бы это было отчасти в ущерб правам русского языка. Творение святых отцов – такой великий литературный памятник, что каждое слово в них имеет полное право на неприкосновенность даже в новейших переводах. В заключение, с чувством глубокой признательности можем заявить, что архипастыри Отечественной Церкви отнеслись к этому изданию с тем просвещенным сочувствием и благословением, с которыми они встречают всякое предприятие, содействующее духовному просвещению и религиозно-нравственному воспитанию веренного их попечению православного народа. Это высокое сочувствие служит лучшим поощрением для тружеников Духовной Академии и прочным ручательством за успешное доведение предпринятого ими крупного издания до желанного конца.